С 19 июля начинается переселение первой группы граждан в село Агалы Зангиланского района, построенное на основе концепции «Умное село». Всего планируется в 4 этапа переселить 41 семью. На первом этапе переедут 10 семей. Для около 200 переселенцев в селе Агалы будут созданы все условия. Об этом заявил во вторник журналистам специальный представитель президента Азербайджана в Зангиланском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, Вахид Гаджиев на церемонии проводов переселенцев. По его словам, весь процесс переселения находится под непосредственным контролем главы азербайджанского государства. Граждане поселятся в Агалы в качественных домах, оснащенных умными технологиями. Вопросы трудоустройства, социальные, образовательные и медицинские вопросы переселенцев будут решать соответствующие учреждения. На сегодняшний день насчитывается 1457 жителей села Агалы. Из них 1357 человек изъявили желание вернуться в село, отметил Гаджиев. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо.